эти соревнования являются таким стартом для высокого класса спортсменов. Тот же Владимир Морозов, вот наша звезда российская в плавании, вот он буквально на днях позавчера стал обладателем этапа Кубка мира. Это очень престижные соревнования. А Володя Морозов, он родом с Новосибирской области. И его первые старты были как раз вот в Яровом у нас на Кубке Сибири.